Всем привет! Сегодня я покажу видео, как я устанавливаю покатушечные вагоны. Всем, как говорится, приятного просмотра. Всем привет! Вот я вот так устанавливаю покатушечные вагоны. Вот он обычный вагон. А вот я уже сделал дрова. Я их сниму и вам покажу. Да, вот, кстати, вот такие шпажки я беру, с двух сторон отрезаю под размер и их сюда. Тук они входят плотненько, это хорошо. То, что получается вот такой вот брусок из бревен получился. Вот, вот такой вот. А вот заготовки лежат у меня. Безотходное производство. Вверх, середина, середина, вниз. Все это вот так вот собирается в одно и склеивается. Сейчас я склею и покажу дальше, как они будут выглядеть. Ну вот я склеил. Вот такой вот брусок получился с бревен. Теперь надо будет потом покрасить их, чтобы они красиво выглядели. И вот сюда вагон. Вот такая красота получилась. Можно сказать, вагоны установлены. Наверх поставим. Вот они у нас. Вот так они теперь выглядят. Намного симпатичнее и красиво. Настоящие. Сейчас мы еще локомотивчик ему подставим. Ну вот, вот так это теперь выглядит. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр. А кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите сообщения. Возможно, я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.